догадывались об этом. По ночам из ее дома слышались громкие голоса. С кем же она разговаривала, если жила одна? И дьявольская помощь не заставила себя ждать. Через несколько дней городок Акулько наполнился ужасом. Сначала пропал один ребенок, потом второй, за ним и третий. Всем стало ясно, что это дело рук одинокой ведьмы. И вот жители, вооружившись чем попало, камнями, топорами, факелами, двинулись к ее дому. Они хотели сжечь ведьму заживо, но никто не открыл им дверь. Люди решили вломиться силой, и тут густой туман окутал толпу, и пронизывающий холод заставил всех задрожать. А из огромного старого дерева пируль, что росло перед домом, раздался потусторонний могильный голос. «Это я похитила ваших детей. Я хорошо отомстила вам за ваши насмешки и презрения. Теперь вам не вернуть их и не достать меня». Толпа пришла в ярость. Ведьма спряталась в дереве. Отец одной из пропавших малышек со всего размаху ударил своим мачете по стволу. О, ужас! Оттуда раздался детский крик –